Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот палитру теней Париса. Такая черная упаковка, здесь написано Париса, то есть я не ошиблась, хотя первый раз я прочла Париж. Вот. С этой стороны, как она выглядит, но мы еще сейчас посмотрим. Что-то по-английски написано. Так, тени для век плюс корректирующее средство для лица. Здесь у нас. Так, здесь написано. Так, здесь у нас написано палитра теней. К сожалению, плохо фокусируется на черном фоне. Белые циферки, буковки вернее, тоже что-то прописано. Ага, вот сфокусировалось. Вес 32 грамма, состав. Так, покупала я его на Озоне, эту палитрку синей, за 900 рублей. Так она выглядит, довольно красивая, хорошая такая коробочка, открывается, и здесь мы видим нашу палитру. Закрывается она прозрачной такой штучкой, чтобы не испачкать. Тени очень хорошие, мне очень они понравились, они очень яркие, хорошо наносятся на глазки. Допустим, если у меня в детстве была палитра теней, они были какие-то плохие. Наносишь, наносишь, а цвета толком и нету. Вот, то здесь он наносится хорошо. Давайте проверим с вами. Немножко вам плохо видно, наверное. Ну вот, например, зелененький. Или синий вот тут. Ну да, здесь, конечно, на руке не очень видно. Коричненький, да, какой-то он даже такой с блеском немножко, такие вот. И также она открывается, она вот так выдвигается, и здесь открывается зеркальце, здесь находится вот оно. То есть можно увидеть свои глазки, соответственно. Здесь есть маленькая спонжик, маленький, небольшой. Он такой тоненький, мягенький, хорошенький лежит здесь, чтобы наносить, наверное, вот как раз вот эти вот, что-то типа тональное средство. Такой он. Немножко как кремообразный, здесь как пудра, здесь тоже как пудра. Да, кстати, здесь лежит еще вот маленькая, как вот раньше были такие с мягкими штучками для век, но не знаю, как они называются, не кисточка, спонжик что ли, ну и кисточка, да, маленькая. Грубоватая такая, кстати, довольно. Не знаю, что ей наносить надо. Так, и тут тоже, как похожие тоже на тени. Может быть, это для бровей темненькие, вот. Беленькая. Такая хорошая. Ну, вот это, наверное, как, по-моему, основа для тоналки. Я сейчас зашла на сайт, посмотрела. И там было написано «Основа для тоналки». Вот, наверное, вот она как раз ее наносится. А потом наносится тоналка, пудра вот, наверное. Как раз вот что-то такое. Очень хороший набор, очень красивый. Здесь очень яркие цвета вот эти. То есть и розовый. От розового идут там нежно-розовый. Посветлее, тут светлее, тут вот. Здесь беленький,
Здесь вот поблестящие немножко идут, тут вот идут матовые. Там светло-серый, потемнее, еще темнее серый, коричневенький, светло-коричневый. То есть прям вообще голубой, бирюзовый. Нет, бирюзовый тут... Тут какой я забыла уже. Вот, то есть нежно-зеленый, нежно-салатовый. Какой-то там под желтенький, да, тут золотой, зелененький, синенький, розовенький, там темно-розовый, светло-розовый, ярко-розовый, салатовый, зеленый, тут серые оттеночки, тут золотые, тут прям вот под золото. Ну тут вот как бронза, наверное, серебристый или вот что-то такое. То есть и серебристый, и матовый, и все в одной палитрке. Палитра стоит 900 рублей, как я уже говорила. В принципе, я думаю, для нее цена это очень хорошая. Мне очень она понравилась. И я давно мечтала о такой вот яркой палитре. В Литуале я не нашла такую, поэтому покупала на Озоне. В описании я оставлю ссылку, где ее можно взять. Вот, в вашем городе, я думаю, она должна быть в наличии. Вот. Ну, в принципе, наверное, и все. Кажется, на самом деле, как будто в ней что-то спрятано еще. Но нет, все. Хочется еще там где-то поковыряться, что-то найти. Очень она такая удобная, и зеркальце такое удобненькое. Хотя все равно, наверное, вы большинство будете смотреться в свое зеркало, потому что свое как-то привычнее, увеличивающее там какое-то еще. И, конечно же, вот эта вот прозрачная штучка закрывает, чтобы, не дай бог, там ничего такого не случилось с этими тенями. Так, сейчас мы с вами ее так закроем и посмотрим. Здесь нет никаких больше баночек, ничего такого. Здесь вот есть, вот она называется, профессиональная палитра для макияжа, тени для век плюс корректирующее средство для лица. Да, она даже называется профессиональная палитра. Вот, не просто там какая-то абы какая, а даже профессиональная. И довольно интересно сделана. То есть просто отдельными кружочками, а не как были раньше. Вспомните, каким-то в виде рисунков там по чуть-чуть, там что-то еще. Вот у кого старое есть, там 2000-х годов, там начало. А тут вот сейчас уже немножко другая мода пошла, довольно интересная. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь обязательно, пишите комментарии, напишите в комментариях, какими палитрками пользуетесь вы, чем они вам нравятся, чем не нравятся, какие бренды вам не понравились, обязательно напишите, чтобы также другие люди, которые будут этот ролик смотреть, чтобы они не покупали, не ошибались. Также какие вам понравились, покупали ли вы вот такой вот. Такую палитру, именно вот этот бренд, понравился он вам, не понравился. Вот. Также смотрите наши другие ролики, наши обзоры на технику, обзоры на продукты, с фикс-прайс продукты. Также наши влоги с сыночком, как мы живем, отдыхаем, как у меня сынок развивается, ему 2 года и 3 месяца. И всем пока-пока!